Сегодня человечество уделяет все больше внимания своему здоровью. Наблюдается большой бум в индустрии здоровья. Фитнес, экопитание, противовозрастные препараты. Мы также все чаще задумываемся о болезнях, которые связаны с нашим образом жизни. Сюда же добавьте стресс, усталость, рутину и пандемию новых вирусов. Все это сродни тому, когда в двигателе автомобиля нарушается баланс между маслом и бензином. Аналогично двигателю нашему организму необходим правильный баланс веществ для здорового функционирования. Многие стараются достичь этого баланса самостоятельно. Но как мы можем узнать, так ли это? Автомобиль своевременно сигнализирует нам о том, когда ему необходимо добавить масло, топливо или отправиться в сервис. Когда заканчивается бензин, мы можем просто залить топливо. Но если у нас закончилось масло, то, возможно, необходимо также заменить некоторые детали. Если в организме человека наблюдается отсутствие некоторых веществ, то это может привести к непоправимым последствиям. Норвежский ученый Ола Эйде в течение 30 лет проводил исследования в области различных концепций оздоровления, включающих баланс жирных кислот омега-3 и омега-6, в сотрудничестве с национальными и международными организациями. Человеческое тело состоит из сотен триллионов клеток. Определяющим является баланс между здоровыми и нездоровыми клетками. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 являются важнейшей основой здоровой клетки. И та, и другая кислота являются незаменимыми для человеческого организма, и мы можем получить их только с едой. Генетический организм запрограммирован на баланс омег-1 к 1, но фактически мы получаем больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3. В отличие от автомобиля, наш единственный индикатор – чувство голода, а информация о правильности питания отсутствует. Так как же нам узнать, что необходимо нашему организму? Вы можете сравнить клетки нашего организма с яйцом, где компоненты вращаются вокруг центра яйца, а сама мембрана клетки имеет несколько ингредиентов, среди которых есть незаменимые жирные кислоты – омега-3 и омега-6. Европейская кухня за последнее десятилетие претерпела огромные изменения. 60 лет назад рацион человека позволял ему иметь баланс жирных кислот омега-6 к омега-3 в пропорции 4 к 1. В настоящее время этот баланс составляет в среднем 15 к 1. В Америке эта разница еще выше и составляет 25 к 1. Норвежский государственный институт здравоохранения рекомендует баланс 5 к 1. Но приведет ли обычная диета с добавкой омега-3 к желаемому результату? Ответ – нет. Но наши тесты крови показывают, что тысячи людей, которые используют зензинобаланс-продукты, более 120 дней подряд получают результаты 3 к 1 и даже лучше. Зензинобаланс-продукты имеют идеальное соотношение оливкового масла и рыбьего жира. Полифенолы оливкового масла стабилизируют рыбий жир и оптимизируют способность вашего организма к усвоению омега-3, позволяя нам получать ежедневную норму, составляющую 3 грамма ЕПА и ДХА кислот. Они, в свою очередь, способствуют нормальному функционированию мозга, зрения и сердца. Также зензинобаланс-продукты обогащены витамином D3, который нормализует иммунную систему и обмен веществ. Найти оптимальный баланс благодаря нашей диете очень затратно и сложно, но с зензинобаланс-продуктами вы получите необходимое количество жирных кислот для вашего организма. Так как же узнать, каков баланс жирных кислот в вашем организме? Анализ крови зензинобаланс-тест – позволит вам в течение 20 дней получить ответ на этот вопрос. Анализ проводится в одной из ведущих норвежских клиник Святого Олафа в городе Трондхейм. Будучи активной женщиной и получая правильное питание, я была шокирована и смущена, когда узнала, что мой баланс составил 34,5 к 1. Я веду достаточно здоровый образ жизни, получая правильное питание и потребляя большое количество овощей каждый день. И это очень хорошо вписывается в мой спортивный образ жизни, потому что я очень активно занимаюсь спортом. Но результаты теста меня расстроили, потому что мой результат составил 16 к 1. Мой отец говорил мне, как важно правильное питание. Он также настаивал на том, чтобы я ела как можно больше рыбы. Я была абсолютно уверена в том, что мой баланс будет отличным, но была неприятно удивлена, когда узнала, что мой баланс составляет 7,2 к 1.
Протестировав более 1000 людей, мы четко увидели разницу между разными странами. Но общая тенденция такова. Только 5% людей из всех стран имеют правильный баланс. Сейчас я знаю, что все это работает, что привносит спокойствие в мою жизнь, потому что мой баланс ОМЕГ сегодня составляет 2,9 к 1. После того, как я пропил масло 120 дней, я получил удивительный результат. Мой баланс составил 2,5 к 1. А мой результат составил 1,4 к 1, после того, как я пропила баланс-продукт более 120 дней. Зинзина-баланс-продукты предлагаются в трех видах. Баланс-шейк – отличная возможность начать свое утро с бодрящего и вкусного напитка. Он обогащен минералами, витаминами, протеинами и волокнами. Шоколадный батончик – превосходная закуска как для детей, так и для взрослых. Масло содержит качественные ингредиенты и может приниматься как между приемами пищи, так и во время. Вы можете выбрать масло со вкусом лимона, ванили или свежего апельсина. У нас только одна жизнь, поэтому позаботьтесь о ней. Самый простой путь к правильному балансу с продуктами Зинзина.